А в детстве нам объясняют разницу между героем и злодеем. Добром и злом. Спасителем и пропащей душой. Но что если правда в том, что вся разница... Кто рассказывает историю? Мы никто. И кто угодно. Каждый раз, когда город оказывается в пучине бедствия, все всегда сводится к священному злу. К одной паре. Только вам под силу с этим справиться. Но в процессе один из вас умрет. Что было утрачено, можно вернуть.